Ко Дню Победы Белпочта по доброй традиции проводит акцию «Отправь весточку ветерану». Любой желающий может приобрести почтовую карточку и отправить ее в любой уголок Беларуси совершенно бесплатно. Написать добрые, теплые, искренние слова благодарности тем, кто всем нам подарил долгожданную победу, рискуя своей жизнью. Поздравить родных, близких, знакомых, друзей с таким прекрасным праздником. Вклад в Великую Победу, безусловно, внесли почтальоны полевой почты, доставляли бойцам на передовую линию фронта письма. И, безусловно, такие письма-треугольники, они связывали бойцов с родным домом, и почта помогала в такие сложные, трудные годы не терять друг друга. Ветеранов у меня только дедушка жив. Ему 16 было, он работал на почте. На тот момент это было очень важно, потому что вот он как сам рассказывает, люди не очень ждали вот этих весточек каких-то, и когда они прекращались, значит все. Сейчас все в интернете, почта и прочее, там смс-ки. А когда получаешь открыточку, это миленько. Видно, что человек старался, писал, там марочки наклеивал, вот это вот все. Классно. Принять участие в этой акции можно не только сегодня, но и 9 числа. С Днем Победы!